Охота на Дмитрия Павловича открыта. Тащу здорового судака, Дима. Так, ребята, всем привет. Поехали с Димоном. Йоком, Димон, едь потише, а ты специально, что ли? Скажи всем привет. Привет. Ребята, поехали, как всегда, в секретные места половить судачков, посмотрим, что из этого получится. Вот у нас с собой только два спиннинга, Димкин и мой. Я думаю, что Димон меня сегодня обловит, но что из этого получится. Охота, конечно, его обловить. Да, Димка, блин, настроен решительно. Будем рыбачить, ребята, на джиголовке. Ничего придумывать не будем, никаких ни отводных поводков, ничего. Просто джиголовка 10-граммовая, все, и твистер какой-нибудь беленький, светленький. Вода у нас мутная, поэтому предпочтительные яркие какие-то цвета. Ну и все, что из этого получится, смотрим дальше. Димон, тихо! Ты хулиган, ёпта. Едем, ребята, прям по сибирским болотам. Вот весной здесь еще была вода. Сейчас еще только камыш остался. Но это самые секретные места. Да, Димон? Да. Ребята, уточки плавают в болоте. Осенью мы за ними приедем с Димоном. Конечно. Здорово. Ребята, вот Александр купил недавно у меня подъемник. И уже, я смотрю, поймал пару чебаков. Ну и что, Саня, как тебе подъемник? Хорош. Лежал у Дмитрия Павловича. Легенький. Да, вот это вот лицо его связало, да, Димон? Здорово. Ну что, наловили рыбы, нет? Да, видишь, увлеклись, аж вечер. Да. Щуки нормально наловили. То есть на спиннинг или что? Да. Ярмо. О, о. Есть? Все равно хороший он. Сейчас садок будем вытаскивать, там видно будет. Вот таких вот пацаны карасей натаскали. Сутки здесь уже сидят, живут. Сутки. Не вылази. Ну сейчас, а куда ты вылезешь? Сейчас будем доставать садок. Димка, а ты заценил, какой у них шест на подъемник? Вообще лютый. Суху качать сам о том. Ну. Там клевало, бросил. Еще конкурент едет, ё-моё. Алексей. Ну что? Да мы только приехали перед тобой. А, это... Дай я пять раз. Хочешь из плетенки, хочешь из корда, нахуй. Плетенки с корда вообще можно сазанов, там мама держит нахуй. Покрупнее ячеечку. О, кого-то зацепил, Дмитрий Павлович. Хочешь флюрокарбон? Да хочешь. Но. Да здорово, ё-моё. Отдай ребятам, мы такую рыбу не едим. А кошки чё, ё-моё? А кошки чё? Поймал кого-то? Чем хорошо. Давай, 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 давай. О! На рыбку на эту накрасить, на которую ты говоришь, не играет. На виброхвост судак должен клевать. О, о, о! Димон, тянешь кого-то? Давай. Судачок. О, ок, ок. Ты понял, на виброхвостик лучше. Дать тебе. Да у меня есть, ну дай. Че, у тебя такой же, что ли, есть? Нет, у меня такой синенький такой есть. А.
У меня такой красный один. Дайте синенький. О, есть, есть. Это крайний карасик. Все. Он большой. О, вот это карась моей мечты. Ну здорово, что ты, ё-моё. Здорово, здорово. Не, спору нет. Здорово, карасицы. Сейчас, сейчас. Или как обхватывается, видишь? Ну, видно, что большой. Вставай, садок, показывай, сколько на подъемник наловил. По-моему, там его надо снизу за ручку брать. Не-н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 е
Наловили. Тихо-тихо, на удочке нас тут шьет. Понесли высыпать. Ну, отличный улов. Нормально. Хоть какого-то из этих карасей ты на подъемник поймал или нет? Конечно. Подъемник самый крупный. Подъемники берите. Тема классная. Ссылка, ребята, на подъемник, кто хочет приобрести, снизу есть. Вот столько вот пацаны рыбы поймали за сутки. Сутки сидели, да? Да, сутки сидели ровно. Не, реально, подъемники работают, берите. Тема классная. Самое главное, что они качественные, не китайские футболы. Смотри. О, вот это вообще. О, смотри, как. Ну, это по-любому килограмм, ё-моё. Такой карась замечательный, хороший, бляха. Карась. Ну под килограмм точно. Да, да, хорош. Вот, смотри, еще такой же. Примерно, вот. Блин, горбачи, у тебя все здоровенные. Горбачи, блин. Никому не говори, где рыбачил. Место секретное. Не, место, конечно, секретное. Река Чулым. Такие вот ребята у нас. Кони пасутся. Поле. Вот все, ушли, это, видать, вожак не боится меня. Я самого боюсь, ребят. Да, этот может, наверное, не сильно меня бояться. А вот, наверное, его подруга. А это их дети все. Ладно, паситесь, что, никто не трогает вас. Ну что ты, Дмитрий Павлович, ловил? О! Ну прыгай, да и все через ручеек, что ты? Сейчас, подожди. Подожди, не кидай, сейчас вытащу спиннинг. Давай, один, я ж туда за поворот. Давай, кидай, я поймаю. Ты чё, у колючек чё ты уловишь что-то? Вызволяем Димона с того берега. Ты ближе, ага. Костюм помыть не забудьте, Дмитрий Павлович. Я не брошу его, пусть лежит. Сейчас Димон будет переходить ручей. Туда он заплыл на моторе, друг его завез. Да, я заплыл на махах. Там, по-моему, даже шнурочек есть где-то утягивающий. Ну, тебе не надо. На тебе он у и так... без шнурочка неплохо. Заталенный, сидит, да? Сидит, приталенный. Дай-ка мне черенок вот тот. Только не мне в голову. Охота на Дмитрия Павловича открыта. Ого. Ого. А я его поди не перейду. Ага, батюшка как-то перешел. А где он переходил? Здесь он переходил. Вон там, Дима, вон там.
чтобы меня течением не смыло нахуй. Няш по самому раму. Ну что, клюет на том берегу? Да. А что ты ползешь сюда тогда? Зацепился судачок, по-моему. Или что, щучка? Щучка. Хорошая. Отличная, Дмитрий Павлович. Хорошая. Тебе обязательно надо сматериться, скотина рыжая. Ну ты сегодня был в магазине, купил бы новую. Что ж ты? О, о! Тащит кого-то Димон. Кого? Не маленький, а едовой. Правильно, Дмитрий Павлович? Ну-ка, покажи мне. Близко. Молодец, Димон. Вот, ребята, окунёк попался, заглотил хорошо, вытащил я его. О, о, вот кто это? Щучка, я думаю. Я думаю, щучка. Оголодала, блин. Да что она оголодала? Для нее это мелкая приманка, я думаю. Еле-еле за краешек губы, ё-моё. Так что, Димон, и на большой можно поймать. Рабик. А то, ё-моё. Так, ребят, удалось вот такого судачка вытащить. Вот он. За самый краешек губы схватил. Ну такой отличный уже. Больше 500 грамм. Вот он сам даже подцепился, твистер от него. Так что поклевывает потихоньку. Что, большая сачок? Нормально. Слушай, хороший, ём. Вот. Мне вообще сначала показалось больше, ём. Ну, все равно. Ну. Килограмм есть. Oh.
посмотрим, что Леха поймал. О, окуней крупненьких. Щучек парочку. Судачков маленько. О, куня прям хороший есть. Угу. Может быть. На охоте готовиться надо. А что готовиться? Ружье взял, да по... О! Да пошел. Я иду, иду. Наверное, щучка, Дмитрий Павлович. Вон у тебя нас оторвала. Оторвется, ты виноват будешь. Лесну, нас. Ты зачем мне под руку говоришь? Дим, я со своим, ну, вытащу, в принципе. Ну, так а с моим спиннингом. И это... Подожди, Дим, не спеши, не спеши. Это, плавное движение, я с очком. Давай, 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 давай. Где, 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 чё, тихо, тихо, тихо. Стой, 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 не подтаскивай ее. Сам лучше подходи и в этот момент подкручивай. О, вот так, там спиннинги мешаются. Вот Димон, молодец, кого-то заломал. Тихо, давай я на ту сторону перейду. Вон он. Тихо, 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 тихо. Не делай резких движений. О, бля, она не такая уж и большая. Она заглотила туда. Здоровенная, да. Да ручка сломалась, прикинь. Смотри, все. О. О. Не, заработал. А, ну. Все. Ну. Не, ну. Она бы не ушла. Ну больше килограмма все равно. Видишь, тросик спас нас. Молодец. Она еще, видишь, за ус завела. Ну. Отцепляйте. Отцепляйте, давай после губки. У-у-у. Ну-ка, заглотила там по самой. Да, она сейчас так легко. По самому макарону. Не, нормально цепь. Ну давай пальчик туда. Вот, на мою все. Эту. Клевую мою. Самая большая рыбина сегодня у Дмитрия Павловича. Yes! Ну что, на что лучше рыбачить? На подъемник? Больше килохи, да. Или на спиннинг? На подъемник. Ручку сломал. На, держи. Давай. Я сейчас башку сломаю. Давай. Покажи, как ты умертвляешь рыбу, чтобы она не мучилась. О, извращенец, ёкалэмэнэ. Гуманный метод. Блин, в ведро не влазит. Как всё? Так, Димон? Надо помельче чуть-чуть ловить, чтобы ведро влазить. Надо помельче, влазить. Побольше ведро. Так, ребята, вот такая вот получилась рыбалка. Дмитрий Павлович, хоть на подъемник, хоть на спиннинг, меня, как всегда, облавливают. Такую щуку ему удалось сегодня поймать. И вот это вот, ребята, тоже его щучка. То есть две самых больших рыбины поймал Диман. Так что ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет интереснее. Ну, а если кто-то хочет приобрести подъемник, как пацаны сегодня ловили, который приобрели у нас, то ссылка снизу на магазин подъемников будет. Также у нас ссылка снизу будет на Димку в Одноклассниках. Так что вот такая вот получилась рыбалка. Ух ты! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Яй-яй-яй-яй! А, ты не в сапогах. Сачок, сачок, сачок. Я забыл, что у меня есть сачок.